А у нас Василий Грановский, капитан хабаровчан, готов прокомментировать сегодняшний матч. Василий. Да, здравствуйте. Василий, с победой. Что можно сказать по сегодняшней игре? Игра очень была хорошая, очень такая напряженная. Большие скорости, высокие. Вот. И присутствовало такое вот тактическое напряжение. Каждый из соперников, ну, что с нашей стороны, что с красноярской стороны, играли на ошибку, выжидали, кто как будет действовать. После этого принимать какие-то вот, ну, решения определенные. 15-20 минут где-то разведывательная такая была тактика. А потом в большей степени мы скатились и, ну, начали играть от обороны. И, в принципе, ну как счет по игре, да, в большей степени обезопасили свои ворота. Василий, скажи, пожалуйста, какой самый сложный момент был в сегодняшнем матче? Мне кажется, на 70-й минуте. Я уже очень сильно устал, да, поднял голову вверх, и я смотрю, а еще 70-я минута только. Такой был переломный момент, и, в принципе, я даже начал кричать всем ребятам, что терпеть, стоять до конца. Вот, ну и, в принципе, что получилось. Ну и последний вопрос. Много говорится, да, о принципиальности противостояния команд Хабаровска и Красноярска. Вот для вас сегодня что наиболее важно было в сегодняшнем матче? Турнирная мотивация или все-таки принцип? Нет, принцип. Просто не уступить этой команде и все. Спасибо большое. С победой еще раз. Спасибо. До свидания.